Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и их описание по книге «Великие музеи мира». Пьер-Огюст Ренуар, «Большие купальщицы», 1887 год, холст масла 117/170. В январе 1887 года Пьера-Огюста Ренуара навестила художница Берта Моризо. Ее поразили наброски, показанные мастером. В своем дневнике Моризо записала: «Не думаю, что возможно достичь большего в передаче формы. Два рисунка, на которых изображены входящие в море обнаженные женщины, очаровали меня не меньше рисунков Энгера». Ренуар говорит, что изображение обнаженной натуры – одна из необходимых форм в искусстве. Эти работы относились к картине «Большие купальщицы», которую мастер заканчивал. Для каждой из фигур он сделал множество эскизов и набросков, варьируя позы девушек. На картине их пятеро. Внимание сосредоточено на трех главных, размещенных на первом плане. Героиня, стоящая в воде, доходящая ей до бедер, запечатлена в момент, когда она готовится обрызгать водой своих подруг, оставшихся на берегу. Холст производит двойственное, если не сказать странное впечатление. С одной стороны, известно, что его автор Ренуар. С другой, также ясно, что не тот Ренуар-импрессионист, о котором прежде всего думаешь, когда слышишь это имя. Все в работе подчеркивает ее заданность, искусственность композиции, жесткие, четкие, острые линии, очерчивающие персонажей, пустой, словно абстрактный свет, окутывающих их. Скудная гамма красок, однородная живописная материя, тщательно отделанная, отливающая густым, будто минеральным блеском. Чувственность Ренуара хоть и проглядывается здесь, но подчинена строгому контролю. «Большие купальщицы» – это в значительной степени порождение ума. Картина не только захватывает непосредственным чувством, как другие творения мастера, сколько напоминает живописные обряды прошлого. В 1880-е художник начал отходить от эстетики импрессионизма, обратился к классической традиции французского искусства, ассоциирующего у него со скульптурой Жана Гужона и живописью Никола Пуссена. Новые тенденции в творчестве не укрылись от внимания его коллег. Они сочли, что Ренуар предал идеалы современного искусства и обратился к классицизму. Ну вот такое описание к работе «Большие купальщицы» Пьер-Огюст Ренуар я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.